Здесь все как в большом футболе, хоть игроки на поле совсем юные. В Звенигородском спорткомплексе «Звезда» прошли финальные матчи чемпионата. Закончился длинный футбольный путь, который мы проходили, начиная с конца ноября месяца. И сегодняшнее мероприятие в фестивальном режиме, в суперфинале, можно сказать, что мы все четыре команды одержали эту победу. Потому что в каждом туре, в котором мы участвовали, занимали самые высокие места. Из 50 команд разных возрастов до финала дошли 4 самых сильных. Ребята из Можайска, Краснознаменска и Одинцова выкладывались по полной. Член общественной палаты, а в прошлом профессиональный футболист Ривас Макацария наградил лучших игроков. Этот небольшой кубок отличается от других по цвету, по форме. Потому что в каждой команде вратарь, наверное, это главное лицо. Поэтому сегодня лучшим вратарем признан Герасимов Иван. Лучший нападающий, лучший игрок и другие почетные звания для этих мальчишек – хороший стимул для будущей футбольной карьеры. Многие из них уже выбрали спортивный путь. Сначала хочу попасть в Академию «Спартак», потом устроить себе карьеру, а потом как получится. В будущем хочу стать нападающим в профессиональном футболе. За какую команду? За «Спартак». А пока впереди усердные тренировки, игры, поражения и победы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».